самом начале пути ты никогда не можешь точно сказать, сколько времени он займет, сколько интересных событий может произойти за это время. Но просыпаясь каждое утро, ты готов сделать еще один шаг навстречу открытиям, новым знакомствам и приключениям. Ты уверен в каждой секунде, в каждом пройденном километре. Ты уверен в выбранном пути. Сеть АЗС «Паритет» – полный бак уверенности. В этом выпуске я продолжу рассказ про ралли-рейд «Полюс холода 2017». В течение нескольких дней мы готовили самую зрелищную и непредсказуемую трассу ралли. Скоростной внедорожный участок, где спортсмены могли испытать себя и показать лучший результат. Как говорится, этот день настал, тот самый день третьего спецучастка ралли-рейда «Полюс холода». И мы встали очень-очень рано утром. Сделано это для того, чтобы успеть нам добраться до середины трассы. И сейчас у нас задача такая, что мы должны поставить одного судью на старт, а сами должны уехать на середину, на наше красивое-красивое озеро, которое мы подготовили для участников. Доброе утро. Доброе утро. Водители ищут свой GPS-навигатор. Так, а сколько там трек залит? Сразу посмотри при нас. Так, маршрут зайди. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Значит, вам сегодня страшно повезло. Страшно? Страшно, да. Потому что местный глава Никифор Никифорович выставил приз на этот этап 50 тысяч наличных рублей. Конвертируемых. Нормально, нормально. Похлопали, ребята, ну что? А это призовой фонд или только первое место? Первое место. А второе, третье, что? Здрасте, вы хорошие парни называете. Нормально же. Ты же вообще прошел на стоковом Гранд Витара. Друзья, стоковый Гранд Витара. Продаю. Продаю. Обмен 8-914-306-26-30. Номер телефона, да. Вообще без напрягов заехал. Мы сейчас находимся на точке старта. Отсюда будут стартовать участники на третий этап. Эй, видео! Раптор победит.
блядь, ходит и ходит по снегу, непонятно, что делает. Если вы знаете, что делает Николай, пишите комментарии под этим видео. Прошли, все стартовали, и сейчас уже начинается, я не знаю, как третья или пятая миссия нашей машины, это эвакуация тех участников, которые по той или иной причине не смогли финишировать. Вот мы подъезжаем к одному борту, это автомобиль Toyota Land Cruiser, бортовой номер 5. У участников случилась обидная поломка. Они пробили радиатор охлаждения и уже не смогли продолжить гонку. Мы их отбуксировали до поселка Тамтор. Второй борт, которому не повезло на третьем этапе, был автомобиль Toyota Noah. Мы приехали для эвакуации, но участники отказались от помощи.
Гайки на автомобиле Toyota Noah, они сами починились, у них при ударе пень замяло балку, они укрепили домкратом и решили все-таки финишировать, то есть дойти до конца. Отказались от сторонней помощи, и сейчас мы просто поедем за ними, будем контролировать их прохождение трассы. Так, мы после поломки сами отремонтировали. Правда, у нас влево машина не едет. Ну ничего, мы так доедем. Зато своим ходом. Топай, 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 финиш! Вот финиш! Топай, топай, финиш! Поздравляем! Ну, ребята, молодцы, доехали. Нормально. Первый раз, я считаю, что для первого раза мы прошли неплохо. Конечно, с поломочкой, ну, кто не ломается? Все же ломаются по трассе, правильно? И большие машины, и маленькие. Ну, класс, конечно, у нас не такой, как все машины шли поменьше, полегче. И мощности не те. Ну, с поломками, ну, мы доехали потихоньку сами, по крайней мере. После третьего этапа состоялся парад участников ралли на торжественной части фестиваля «Полюс холода», который ежегодно проходит в Эмиконском Улусе. После парада состоялась встреча с главой города Якутска Айсеном Сергеевичем Николаевым, где участники смогли поделиться своими впечатлениями от ралли, и прошла церемония награждения участников и победителей третьего спецучастка ралли-рейда «Полюс холода». Остался четвертый этап ралли – возвращение в Якутск в туристическом формате. Участникам нужно было отметиться по возвращению в кафе «Утум» поселка Тюнгюлю, в том поселке, откуда был дан старт ралли-рейда «Полюс холода». Ну а мы, в свою очередь, упаковали вещи и тоже отправились в обратную дорогу. Дорогие друзья, мы уже находимся недалеко от города Якутска на переправе через реку Лена. Ну а город находится вон с той стороне. И ралли-рейд «Полюс холода 2017 подошел к концу. Мы ждем новых участников на следующий год. Ну а нашим участникам желаем удачи и успехов. Пока! За третье место сертификат номиналом 30 тысяч рублей, почетная грамота и кубок вручается экипажу номер 25 в лице Федорова Виктора Николаевича, Петрова Павла Петровича. За второе место сертификат номиналом 50 тысяч рублей,
Почетная грамота и кубок вручается экипажу номер 16 в лице Коваленко Андрея и Попова Григория. За первое место сертификат номиналом 80 тысяч рублей. Почетная грамота и кубок вручается экипажу номер 22 в лице Варвары Чирослава, Грибова Евгения, Липатникова Сергея. Впервые отборочный этап мировой серии гонок RFC в городе Якутске с 10 по 12 июня. Чемпионат Республики Саха-Якутия по трофи-рейдам «Самурай Гидроник Трофи» на полигоне ФАМС. 3 дня безостановочного внедорожного драйва. Подробности на сайте fams14.ru.